Красногорской картинной галереи новая выставка. Свои работы для экспозиции на этот раз представила вышивальщица Нина Паньшина. Компанию ей составили ее же ученицы. Как педагог, мастер себя реализовала на все 100%, ведь, как известно, если ученик превзошел учителя, то для последнего это высшая похвала. Картины гладью оценила наша съемочная группа. Легкий ход стежка, вся палитра цвета и, кажется, нет ограничений в темах. Авторский штрих Нина Паньшина кладет с опытной уверенностью. В свои 80 автор этих картин творит с невероятной плодотворностью. Но мало просто писать изящной нитью. Она педагог. И с 89 года она преподавала вышивку в Доме пионеров. Он еще тогда так назывался. В прошлом году она ушла на пенсию. Но в силу своей творческой натуры она не может сидеть дома без дела. И она безвозмездно сейчас преподает во второй гимназии. Нина Паньшина освоила не одну технику, но любимая, по всей видимости, вышивка гладью. Так из обычных мулине вылупился настоящий почти живой петух. Картина взяла главный приз на областном конкурсе в электростали. Флора и фауна вообще благодатная тема для мастерицы. И видит она их всякий раз по-разному. Одни более реалистичные, другие как с открыток. Есть на выставке и весьма оригинальные работы. Нина Паньшина превращает расшитое полотно в подобие линогравюры. А вот ее ученицы предпочитают импрессионистичный язык стежка. Мы решили, для того чтобы показать еще больше ее заслуги, мы на этой же выставке разместили работы ее учеников. Это Галкина Марина Иосифовна, Свиридова Елена, Тегельская Лариса. То есть они тоже уже состоявшиеся мастера, но они не останавливаются, они обучились до определенного уровня и учатся дальше уже у других мастеров и блистательно выступают на всех остальных выставках. В Красногорском районе целый кластер художников-вышивальщиков. Известны 70 авторов, которые этим занимаются профессионально. И наша школа стежка в области на хорошем счету. Кстати, это в древние времена вышивка считалась всего лишь оберегом. Сегодня она вполне может быть предметом искусства. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.